Как и знаменитый художник эпохи Возрождения, Рафаэль неравнодушен к живописи. В школу искусств пошел еще в первом классе, а год назад открыл для себя новое хобби – тайский бокс. Теперь наравне с кистью юный спортсмен держит бойцовские перчатки. По словам Рафаэля, полученные навыки могут пригодиться не только на ринге, но и в самообороне. В основном никто не хочет со мной. Раз. Обычный бокс меня не привлек, потому что там нет ударов ногами, коленями, локтями. Это не свободный бой. А, допустим, во многих моментах, допустим, в уличной драке или при просто боевке, очень выгодно бить ногами. Поэтому мне понравился тайский бокс. Он отличается от кикбоксинга тем, что в нем более резкие и спокойные удары. То есть они выносят противника, там можно кости сломать. А в кикбоксинге больше идет на набивание очков. В своем первом бою Рафаэль дрался с полной самоотдачей, но победу одержал более опытный борец. Семен Хачатрян занимается боксом уже 11 лет. Неоднократно брал золото на краевых и районных состязаниях. Календарь чемпионатов расписан на месяцы вперед. 13 числа у нас будет Кубок Кавказа по тайскому боксу. Потом будет край в Сочи 27 октября и дальше Россия. Ну, занимайтесь. Талант, конечно, имеет значение, но упорный труд и все. Тайский бокс в Анапе только зарождается. По статистике, этим боевым искусством увлекаются порядка полусотни человек. На базе Анапского сельхозтехникума был открыт новый спортивный зал. Это современный проект с директором Анапского многофункционального центра Алексеем Гиричем. Теперь с юными спортсменами ежедневно занимаются опытные тренеры. На первый чемпионат приехал чемпион мира по тайскому боксу Юрий Фельди. Мастер спорта родился и вырос в Анапе, потом переехал в Германию. Сейчас боксер вернулся на родину. Русский народ – это народ, который живет на российской стране, они все очень мотивированы духом. И мне очень нравится тренировать их. И я вижу очень быстрое развитие. Здорово, здорово, только за. В состязаниях приняли участие порядка 40 человек. Победители получили золотые медали и грамоты. В конце месяца в Анапе пройдет чемпионат города по тайскому боксу. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.